Интеллектуальная собственность, проблемы и пути решения. Под таким названием сегодня в Якутске прошел первый республиканский форум творческих работников. Тему продолжит Алексей Константинов. В форуме обсудили проблемы правового положения сферы культуры, грантовой поддержки некоммерческих организаций. Но самым актуальным вопросом стояла проблема авторских прав. Я хочу сказать, что для масштабов республики и вообще для республики такой форум однозначно имеет очень значимый результат. Почему? Потому что действительно при такой большой территории охватить такую массу творческих работников можно только в масштабе определенной организации. В республике действуют различные союзы по профилям, но именно союза творческих работников культуры не было. Участники форума заявили желание вступить на данный союз. Я очень рада побывать на этом форуме. Меня очень впечатлило вообще создание организации творческих работников. Я считаю, что это очень большой шаг такой вперед, потому что работники культуры не всегда в творчестве, в своих идеях, в своих мероприятиях. А вот быть юридически защищенными на сегодняшний день это очень актуально. И я рада, что ведется такая работа. Творческие работники республики надеются, что злободневные проблемы решатся, объединятся во благо процветания республики. Алексей Константинов, Герман Сокольников, Денис Петров, НВК Саха, Якутск.